Основная задача форума, который получил название «Креатив, инновации, творчество», продемонстрировать лучшие проекты, способствующие развитию креативной экономики. Для обмена опытом были приглашены спикеры из разных регионов России. На этот форум к нам прибыли представители Благовещенского, Москвы, Сургута, ну, соответственно, Республики Бурятия и города Иркутск. Более 100 делегатов. Будем рассматривать вопросы развития креативной экономики, делиться опытом и перенимать опыт. Так что же такое креативная экономика? Это особый сектор, в основе которого лежит творческий потенциал человека, его умения и таланты, опирающиеся на современные технологии. Итог – существенный экономический рост. К примеру, в 2019 году мировая капитализация в этой сфере составила более 2 триллионов долларов. Но если говорить простыми словами, то это экономика сегодняшнего дня, которая так или иначе, ну, которой мы должны заниматься. В нашей республике, в нашем регионе, я подчеркиваю, что мы в первую очередь хотим думать о креативной экономике для решения возможных развитий, один из сценариев развития нашей республики. Креативную экономику можно применить в различных сферах жизни, уверены эксперты, будь то творчество, туризм или промышленность. Можно создать, в принципе, стул, обычный стул, а можно создать какой-то стул, необычный, креативный, то есть какой-то своей творческой идеей. Ну, это я так утрирую, конечно, но креативные индустрии, они могут, в общем-то, работать везде. И главное условие для того, чтобы развивались креативные индустрии, это люди, это творческие люди с большим творческим потенциалом, и главное, этих людей нужно объединить. Кроме того, форум направлен на укрепление имиджа республики в российском научном, культурном и туристическом пространствах. Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня.